Приветствую всех любителей умных покупок и увлекательных открытий. С вами снова Максим, и сегодня мы вновь отправляемся в захватывающее путешествие по просторам AliExpress, волшебного места, где каждый товар становится приключением. Пилки для лобзика. Имеют чистый рез. Подходят для работы с ламинатом, деревом, пластиком, фанерой и металлом. Рабочая длина 75 мм. В комплекте приходит 52 насадки. Набор шампуров. Многие любят отдых на природе с ароматным аппетитным шашлыком. А в приготовлении идеального шашлыка важны детали. Многое зависит от правильно подобранных шампуров. Тафтинг-пистолет для ковров. Это ткацкий инструмент, который совместим со многими типами нитей, поэтому он позволяет вам самостоятельно создавать ковер и любой дизайн, который вы хотите. Пистолет обеспечивает максимальный контроль благодаря вращающейся рукоятке, которая позволяет работать под любым углом. Углозадающие зажимы. Соединить две заготовки под прямым углом, казалось бы, что может быть проще. Однако в жизни все сложнее, руки всего две, клей лезет из всех щелей, уголки из магазина прямые только условно. Данные зажимы решают все эти проблемы. Пылесборник представляет собой пластиковую прозрачную насадку, которая надевается на электроинструмент. Во время работы она будет сразу собирать всю летящую пыль. Подходит для сверл от 4 до 10 мм. Клин-подушка для выравнивания или подъема различных тяжелых предметов. Устройство подойдет для ремонта и быта, а самое главное, оно полностью автономное, для работы с ним не нужен насос. Подушки имеют квадратную прямоугольную формы. Отвертка L-образной формы. Применяется для винтов с прямым и крестовым шлицом. Данная отвертка позволяет передавать высокие крутящие моменты при минимальных нагрузках. Позволит подлезть там, где обычная отвертка не справится. Ножницы для удаления скорлупы с семян. Эти ножнички – что-то среднее между плоскогубцами и орехоколом. Имеют три отверстия различного диаметра, предназначенные для разного вида семян. Ручной заклепочник. Предназначен для соединения листового металла, различных тонкостенных конструкций и металлических профилей. Механизм цанговый, трехкулачковый. Рабочий диаметр заклепок, по словам производителя, до 6,4 мм. Турбозажигалка. Хорошо лежит в руке и не выскальзывает даже при длительной эксплуатации. Имеется возможность регулировать интенсивность горения и размер языка пламени. Запуск осуществляется при помощи кнопки на боковой панели. Сварочный аппарат для пластмассы. Представляет собой фен для сварки мембран, пленок, пластмассы, тентов, баннеров внахлёст плоским соплом 40 мм. Плавная регулировка температуры позволяет сваривать баннеры и мембраны из ПВХ. Толщиномер лакокрасочных покрытий. Эта новая версия толщиномера позволит найти окрашенные места автомобиля. С ним можно с точностью до 0,5 мм найти на автомобилях места, которые не только были зашпаклеваны, но и окрашены без шпаклевки. Влагозащищенный разъем Super Seal. Состоит из двух разъемов, штекер и гнездо, защитных резинок и клемм. Клеммы под пайку или обжим. Применяется в электронике автобусов, автомобилей, мотоциклов, лодках и другой электронике. Набор сверл по бетону. В одном комплекте приходит 5 штук диаметром от 4 до 10 мм. Все сверла имеют хвостовик SDS+. Учитывая цену, это действительно неплохой и качественный вариант для домашних дел. Инструмент для пробоя отверстий. Устройство позволяет проделывать ровные дополнительные отверстия в кожаных ремнях. Рабочая часть инструмента имеет барабан для пробоя отверстий различных размеров. Кнопки с подсветкой.
Любая электронная схема начинается с обеспечения требуемого питания. Для удобства и надежности во многих приборах используются тумблеры с подсветкой. Задача тумблера проста – включить, выключить или переключить что-либо. Умный светодиодный поплавок для рыбалки. Это современное устройство со световыми индикаторами. Поплавок меняет цвет, когда рыба заглатывает наживку. Это позволяет рыбачить в условиях плохой видимости в сумерках и темноте, а также безошибочно подсекать рыбу в самый подходящий момент. Потолочный светильник для авто. Имеется несколько режимов яркости светодиодов, регулировка которыми осуществляется при помощи переключателя. Устройство можно подключить к уже имеющейся проводке штатной подсветки или кинуть на него провода отдельно. Щетки для уборки. Именно они помогают на скорую руку навести порядок, очистить помещение от крошек и мусора. Инструменты самые примитивные, но такие полезные и необходимые в быту. Оригинальный ароматизатор воздуха для авто. Сделан в виде музыкального проигрывателя и пластинки. Водителю нужно лишь передвинуть рычажок на ароматизаторе, и он начнет работать. Это можно отследить по красивому визуальному эффекту, имитирующему проигрывание диска. Цветные шестигранники. Наборы состоят из 9 и 18 шестигранных ключей разных размеров. Есть как маленькие, так и большие, поэтому модели подойдут для любого вида строительных работ. Насадка на воздушный компрессор для химчистки автомобиля, которая также может подойти и для мойки подкапотного пространства. Одну часть трубки необходимо подключить к компрессору, на другую установить насадку для очистки тканевой или пластиковой составляющей. Угловая насадка на дремель. Предназначена для обработки труднодоступных мест под углом. Оснащена адаптером с соединительной муфтой, за счет которой можно фиксировать насадку в 12 разных положениях. Мощный LED-фонарь. Устройство имеет удобную эргономичную ручку с кнопкой включения под большой палец. Автономность фонаря обеспечивают 4 батареи типа 18650. А это видео подошло к концу. Спасибо за просмотр. Все ссылки будут в описании и в первом закрепленном комментарии. Также смотрите следующий ролик с этой заставки с не менее интересными вещами для дома с сайта AliExpress. Всем добра!